Добрый день, дорогие друзья. Я вам сегодня хочу показать, как доливается масло Audi 100. Здесь у меня турбодизель, седан C3. Видите, он тут на двигателе. У нас есть специально заливное. Вот крышка здесь. Вот сюда заливается. Ну, что я могу сказать? Когда с большой бутылки, там специально выдвигается носик и заливается масло. Здесь, соответственно, здесь в маленьких доливных канистрах такого нету. Я использую... У меня такая пластмассовая лейка есть. Я использую ее. Идет. Вот у меня. Соответственно, я вот так вот доливаю туда масло. Видите? Потихонечку, по чуть-чуть доливаю масло. Вот так у меня через воронку я туда доливаю масло. И что еще могу сказать, что здесь на двигателе есть вот такой щуп. И, соответственно, вам надо контролировать уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней. Вот видите, там есть такие две как бы застрихованные. Такое поле между нижней и верхней. Соответственно, должно быть в середине ближе к верхней. Вот этот такой щуп. Соответственно, это лучше всего делать на ровной поверхности. Ну, здесь у меня немножко неровная поверхность. Ну, я, в принципе, знаю, что мне нужно долить масло. Так что, в принципе, это очень просто. Каждый может это сделать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.